стоит и... Остановить войну, которую Россия ведет в Украине. С таким призывом к участникам саммита «Большой двадцатки», стартовавшим на Бали, обратился президент Украины Владимир Зеленский. Украинский лидер сказал, что для завершения войны Россия должна вывести свои войска, выплатить компенсацию за ущерб, причиненный Украине, и подтвердить ее территориальную целостность. Мы не дадим России шанс переждать, нарастить силы, а затем развязать новую волну террора и глобальной дестабилизации. Я убежден, что настало время, когда российская разрушительная война должна и может быть остановлена. По итогам саммита в Индонезии страны «Большой двадцатки» готовятся осудить войну в Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал журналистам о проекте итоговой декларации. В проекте декларации содержится ссылка на то, что состоялся обмен мнениями по этим вопросам. Стороны подтвердили свои позиции, которые излагались неоднократно в Организации Объединенных Наций, в том числе и в Совете Безопасности, и на Генеральной Ассамблее. И четко подтвердили, что у всех были свои оценки, которые там были изложены. Запад добавил фразу, что вот мы, многие делегации, осудили Россию. Мы записали, что были изложены и альтернативные точки зрения. Мы считаем, что этого вполне достаточно. Лавров назвал слухами сообщение о том, что Вашингтон якобы готовит почву для переговоров между Россией и Украиной. В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия продолжит спецоперацию, поскольку Киев, по его словам, не хочет переговоров.